Студия. Сегодня Владимир Путин встретился в Екатерининском зале Кремля с российскими олигархами. Добрый день, уважаемые коллеги. Я извиняюсь за опоздание. Сами понимаете, час пик, пробки. Пришлось добираться на метро. Вы знаете, мне сообщили, что сегодня у Серафима Матрасовича Пупкина день рождения. И меня попросили поздравить его с этим замечательным праздником. Ну и, конечно же, я, безусловно, не могу в этом отказать. Мало того, я бы попросил всех присутствующих скинуться на подарок. Вот. И поскольку здесь присутствуют люди далеко не бедные, я думаю, что рублей 100 вполне возможно собрать с каждого. Часы я, к сожалению, уже не смогу подарить, так как имел неосторожность вчера прогуляться за пределы Кремля и был вынужден подарить их каким-то двум неустановленным личностям. Студия пока не установлен. Я думаю, что это всего лишь вопрос времени, которое я, кстати, сейчас даже посмотреть не могу. Честно говоря, я прямо крайне расстроен. Даже за пивом выйти нельзя. Представляете, выхожу, а там эти два амбала. Студия Парадис. Я же даже про дзюдо забыл. Попрошу службу безопасности разобраться и отследить. Прямо никаких часов не напасешься. Уже третий за неделю. Нет, я попрошу разобраться в этом вопросе. На прошлой неделе вообще Медведева на дерево повесили. Это что такое? Это спасибо, Сергей Семенович Собянин его заметил, так как он своим видом портил вид Кремля. Причем прямо с дерева. Теперь, что касаемо дня рождения господина Пупкина. Попрошу службу массовой информации оповестить всех граждан о проведении праздничного торжества, чтобы после 8 вечера на улице никто даже носа не показывал. Вот. А что, мало ли вдруг именинник захочет напиться? Хотя мне тут подсказывают, что он практически не пьет. Только по праздникам. Значит, обязательно напьется. Да, кстати, приеду и проверю. Все уши пообрываю в честь дня рождения. Ну что же, давайте подведем итог нашего собрания. Все сдали, кстати, на подарок? 40 рублей всего? И кто это у нас такой щедрый? Медведев? Это, видимо, из кармана выпало. Немедленно отдайте. Скорее всего, жена на метро дала. Так, ладно, подарите уже что-нибудь имениннику. Что значит «что»? Ну, придумайте что-нибудь. Ну что, мне вас учить, что ли? Обещайте уже ему что-нибудь. Прибавка к пенсии, там, не знаю, бесплатный вход в Кремль, в конце концов. Выход, конечно же, платный. Вы тут натоптали, а кто-то это безобразие бесплатно убирать должен. Все, на этом заседание закончено. Имениннику огромный привет и мои искренние поздравления. С днем рождения! Вечерние новости на этом подошли к концу. Я Дмитрий Борисов. Желаю вам хорошего завершения вечера. Увидимся завтра.